Чувашский праздник Сахи и Плуга в Ханты-Мансийском автономном округе. Нефтеюганске отпраздновали Акатуй. Праздновать Акатуй в Нефтеюганск приехали делегации Чувашии, Башкирии, Тюменской области и других регионов. На юбилейной площади города работали ремесленные выставки, павильоны с национальной кухней. На спортивной площадке гости могли посмотреть на чувашскую борьбу кирешу. Очень приятно видеть людей в национальных костюмах, с улыбками на лице, даже несмотря, что погода такая пасмурная. Я попробовал квас, и мне очень понравился. Чувашский квас пробовал в первый раз сегодня, но остался впечатлен. Тут подходили к нам не только чуваши, подходили и башкиры, и татары, и другие национальности. Они всех нас обнимали. Все были очень рады, довольны, удивлены, что мы за столько километров сегодня присутствовали на таком большом празднике. Вопросы национальной политики и сотрудничества делегации обсудили за круглым столом. Национальное достояние народов – достояние России.